Вы знаете, Михаил Дмитриевич, мне бы интересно было узнать ваше мнение по поводу выборов. С точки зрения того, что, на мой взгляд, они правда были на этот раз беспрецедентными. То, что я видела, находясь в ситуационном центре, я даже представить такого не могла. Огромное количество камер, возможность заглянуть на любой УИК. Я понимаю, что сейчас у Днина Останина улыбается, у всех своя точка зрения, все сегодня работали, давайте уважать друг друга. Я сегодня весь день провела, наблюдая за тем, что происходит. Мне поступали звонки. Разные были ситуации. В некоторых местах, допустим, мне вот постоянно на связи звонит заместитель начальника ГУВД Москвы Вячеслав Алексеевич Козлов, который помогает ежеминутно. Там, например, только что сообщил, митинги на одном участке отменили результаты выборов. Подключился по Северному Тушину, о котором сегодня так много говорили, главу сейчас района допрашивают. Технически сегодня можно было дозвониться практически на любой УИК. И мы сегодня это делали. И люди, которые, ну, скажем так, считают выборы нечестными или нелегитимными, в той или иной степени, когда ты с ними говоришь, они заходят в угол и признают то, что если на одном участке стоит несколько наблюдателей от разных политических сил, если оттуда ведется трансляция, если люди за этим наблюдают сегодня, миллион человек наблюдало эту трансляцию, то по большому счету технически абсолютно очевидно, выборы честные. 3000 нарушений поступило в наш корпус, относительно 95 тысяч участков, это мизер. Вот если на участке наблюдели от всех кандидатов в президенты были с первой до последней минуты, с первой до последней минуты смотрели, как пересчитываются, потому что там, где пересчитывают голоса, там камер нет. Вот если все протоколы совпадают, если они были прослежены наблюдателями от первой до последней минуты, когда они были внесены в систему ГАЗ-выборы, тогда на этих участках, конечно же, мы выборы признаем легитимными. Но мы будем каждый случай, где вот эта система была нарушена, а таких случаев мы зафиксировали больше 4000. Мы обязаны, как граждане страны, разобраться с каждым случаем, потому что нам всем в этой стране жить. Потому что у нашей стране есть, к сожалению, такая карма. Мы либо, извините, раболепствуем перед властью, либо русский бунт беспощадный. Вот я хочу за третий путь, за то, чтобы мы умели при разных политических взглядах договариваться. Поэтому мы должны уважать закон. Но если закон есть, уважаемая власть, примите вместе с гражданским обществом меры и накажите каждых конкретных людей, где было нарушение. Мы как корпус, на самом деле, очень многим кандидатам предложили, не все согласились, но коммунисты у нас сегодня были в ситуационном центре. И реально, да, на самом деле, мы можем объединиться с вашими наблюдателями и вместе расследовать те дела, которые у вас вызывают. Вы готовы, Михаил Дмитриевич, объединиться? Потому что это важно, чтобы был чистый контроль. Все, кто хотят честно добиться результатов выборов, готов меняться с кем угодно, а с вами уж тем более. Ну, прекрасно. Говорю.